Медицинская наука в последнее время очень сильно трансформируется. И чтобы находиться на острие всех изменений, которые происходят в науке, нам очень важен научный международный обмен. Ведь у науки нет национальности. У науки не должно быть никаких границ. И поэтому компании иностранных фармпроизводителей, которые входят в APM, являются той очень важной базой, той очень важной основой для международного научного обмена. Мы приглашаем ведущих международных специалистов для посещения России, для обучения российских специалистов. Мы также способствуем тому, чтобы российские специалисты участвовали в международных ведущих научных проектах. И что очень важно, мы совершенствуем наши практики по этичному взаимодействию. И это наш вклад в достижение цели 80+.